По итогам глобального рейтинга QS World University Ranking, опубликованного 8 июня 2022 года, Казанский национальный университет имени Аль-Фараби занял 150-е место. В связи с этим в библиотеке Аль-Фараби состоялась торжественная церемония вручения памятного знака и сертификата международного рейтинга QS Казанскому национальному университету имени Аль-Фараби. Региональный директор QS по странам СНГ и Центральной Азии Сергей Христолюбов вручил награду председателю правления ректору КАЗНУ имени Аль-Фараби Жансейду Тимебаеву. Поздравляя руководство и коллектив высшего учебного заведения, Сергей Христолюбов отметил, что такого высокого результата в рейтинге QS КАЗНУ достиг впервые в своей истории. Прежде всего, конечно, хотелось бы поздравить руководство, профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов с действительно выдающимся достижением, вхождением в рейтинг лучших университетов мира 2023 года на 150-й строчке, что на 25 позиций лучше прошлогоднего показателя, прошлогодней позиции. Это, конечно, стало возможным в основном, во многом, благодаря слаженной работе всего коллектива, нацеленной на результат. Можно, конечно, отметить просто очень впечатляющую работу, которую коллектив вуза проделал по показателям репутации, а именно академической репутации, репутации среди работодателей. И здесь удалось очень существенно и заметно нарастить свои позиции. Кроме того, вуз показал неплохую динамику по показателям интернационализации. Основной возможностью для дальнейшего продвижения в рейтингах, конечно, остается наращивание присутствия в влиятельных научных изданиях, высокоцитируемых изданиях первого-второго квартала. Если посмотреть на, в целом на историю высшего образования в странах Центральной Азии, то достигнутая позиция, 150-я позиция в одном из наиболее авторитетных и влиятельных рейтингов – это наилучшее достижение, самая наивысшая позиция, которая когда-либо была у высшего учебного заведения во всем регионе. В ходе церемонии награждения руководитель вуза Жансейд Тимебаев подчеркнул, что рейтинг QS стал для казахстанских вузов своеобразной площадкой имиджевого позиционирования, которая также дает стимул и мотивацию для дальнейшего улучшения показателей университетов. По итогу международного рейтинга QS, опубликованного 8 июня 2022 года, Казанский национальный университет имени Аль-Фараби занял 150-е место. За один год наш вуз поднялся на 25 позиций вверх и попал в топ-150 лучших университетов мира. На сегодняшний день КАЗНУ является единственным вузом в Центральной Азии, входящим в число 150 лучших университетов мира и получившим 5 звезд превосходства в международном рейтинге QS Stars Rating System. Также в предметном рейтинге QS by Subject университет входит в топ лучших по 4 предметным областям из 16 направлений подготовки. Это доказывает высокую конкурентоспособность 137 образовательных программ университета на международном уровне. Это результат многолетнего и ежедневного кропотливого труда всего коллектива университета. Для нас это большая честь и ответственность. Также руководитель высшего учебного заведения поздравил всех ученых, преподавателей и сотрудников с большим достижением и пожелал дальнейших успехов в работе. Кроме того, в ходе мероприятия с поздравительными речами выступили иностранные профессоры, которые выразили свои теплые пожелания. Стоит отметить, что список лучших университетов мира QS публикуется с 2004 года. В этом году в глобальном рейтинге QS участвовали порядка 2500 вузов из 100 стран мира.